Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день, и я забираю свои 15 самоцветов. Прикольно смотрится, да, ККМ-ка? Ну что, начнем с открытия сундуков, как всегда, бесплатно. Опа, новая краска, это для мотоцикла. А здесь тяжеловоз плюс стартовый. Новые колеса для супердизеля. Так, виповский. Ничего такого, да? Так, здесь у нас луна. Так, вышел с команды. Вступил в команду. Друзья мои, объясните, зачем выходят, а потом входят в команду? Бил 8 бит. Так, ну что, здороваться я не буду, ребята, извините меня. 5 часов утра? Ладно, напишу. Я говорю, я попутал режим. Вот смотри, видишь, сколько? Сейчас. Почти 6 утра. Я не в одном глазу. Естественно, сейчас все уже спят. Так что никто мне там не ответит. Мы проиграли здесь, да? Ну, бывает, ребят, бывает. Не все время же побеждать. В проигрыше нет ничего зазорного. Наоборот, азарт. Больше азарта появляется. Ну что, я не знаю, ребят, попробуем сегодня дойти до 36 тысяч кубков. Ну, тут, мне кажется, не получится у меня. Поехали. Будем ехать с тобой опять же на нашей ролейке. Надо будет костюм, наверное, поменять, потому что я хочу, чтобы у нас каждый раз был новый костюм какой-нибудь. Нифига себе. Ого. Этот нас, ребята, обгоняет. Но нет, ничего у него не получилось. Мы все-таки сделали его первым. Ну, как его там, трюкач, да, или как его? Альфа-Вольф. Ну, тут-то, конечно, тут я, по-моему, сфейлился по полной программе. Зачем ты на задние колеса-то приземляешься, а? Вторым. А то так уже газовал, я видел, да? Прям аж вспотел, ё-моё. Бежит там сзади меня. Ну, это я проспро... ребята. Плохой старт был. Чего? Трындец. Все, ребята. Всю статистику себе запорол. А, врезался, ладно. А, мы первые все равно, отлично. Тогда все хорошо. Тогда все хорошо. Статистика норм. Давай 5000 мне. Ага, 4750. А что я хотел? Я хотел новый костюм нам сделать. Так, бесплатно. Мы можем бесплатно с тобой. Так вот, что ли, только лишь. Давай. Какой бы нам с тобой взять костюм? В котором мы еще с тобой не были. Я даже не знаю. Вот это что ли? А, ну тут понятно. Лицо взять. Может быть вот как-то спортиво. Так, штаны надо поменять. Штаны вообще здесь не смотрятся. Вот, держи. Блин, было бы у меня побольше каких-нибудь там, я не знаю, флажков, бутылок или еще что-нибудь. Вот такой вот у нас. Заключенный за рулем. У нас кого-то не было, и свин, и этот. Теперь заключенный, теперь за рулем. Там что, попрыгунчик что ли где-то? Слышал? Попрыгунчик врубает свои эти. Бринь-бринь. Ну, когда попрыгунчик начинает активировать свои прыгунки, амортизаторы. Да, там кто-то и был. Именно на попрыгульках.
Ай. Ну давай, Рейчик, ну. Тут написал в комментариях: Рэй, а что ты говоришь, играешь на джойстике, машину колбасит? В плане колбасит машину, я не могу понять. Вроде нормально едет, почему колбасит? Может быть, я что-то не знаю. Напиши в комментариях, в плане там колбасит машину. Вроде нормально едет. Почему ее колбасит? Есть. Ну что, 9 очков. Выглядит он, конечно, прикольно. Так, давай мы откроем здесь бесплатный сундук. Да, блин, глубоководная гонка. Но здесь обычно мы переворачиваемся. Оп. Ну так только я мог, конечно. И еще и пузырь у меня лопнул. Вот почему, ребята, у меня только лопается пузырь, а? С чем это связано? Ни у кого не лопнул, а у меня лопнул. Кто-то там, по-моему, разбился, ребят. И я приехал третьим. Ладно, хорошо. Я не могу понять, почему у меня пузырь лопнул. Я вроде ничего не делал такого, да? Никуда не падал. А пузырь лопнул. Давай, дотягивай. Так, подожди. Ну. Ну тут первым, слава богу. Пузырь, он непонятно почему, ребята. Иногда лопнет, иногда не лопнет. С чем это связано, без понятия. Естественно, подводная лодка, ну как же. И опять мы без пузыря, да? А без пузыря мы едем. Меня там все обогнали. Я последний, что ли? Да, я четвертым еду, ребят. И это все только потому, что я поехал поверху. То есть я не стал брать пузырь, вот и все. Третье место, назад. Откатываемся. Дурацкая, конечно, вот эта вот задумка с пузырем. Просто дебилизм полный. Если у меня машина, блин, переехала, что я... Понятно. Самый умный захотел, блин, запрыгнуть наверх. Запрыгнули, блин, наверх. Фига там чудик летает, наяривает. Кто-то разбился там. Ну, первый. А кто-то там из мотоциклистов разбился. Так, сколько у меня получается? 4 очка, тут у Фокси 5. То есть, ну, есть шанс, ребята, хотя бы вторым приехать. А может быть, даже и первым. Ну, все зависит от того, какое мы место с тобой займем. Ну, вот. Все, мотоциклист опять, ребят, там разбился. Я не знаю, почему ему так не везет. Спортивная тачка тоже там что-то захандрила. И по итогу второй. Ну, хотя бы вернулись на свое прежнее место. Блин, я думаю, мы тут будем 36 тысяч кубков зарабатывать неделю. Такими темпами. Вообще что-то сегодня игра не клеится. Трассы какие-то непонятные. Может быть, просто потому что я не выспался ни шиша. Давай. Да ладно!
Ну это вообще трындец, ребята. Это надо было так запороть, ты понял? Я уже заехал вовнутрь, ветер поднялся, который начал мою тачку поднимать и, естественно, раздавил. Раздавил ветер этой крышей от горы моего водилу. Нормальный такой расклад? Лучше, блин, не придумаешь. Такая фигня же бесит, если честно. Я, короче, как будто сейчас только начинаю играть. Мы с тобой откатились на самое начало, на финиш на этот. Он еще и заехал, у меня умудрился, прикинь. Ну давай ты уже там газуй, я не знаю, там, что хочешь делай. Только не разбейся, пожалуйста, остальное все ерунда. Фьюх. Такой хруст в конце. Печеньку надкусили. Вот об этом. Смотри, ну как ты, а? Как ты паршивец. Понял. И облегченный вариант, ребят, я без крыши. Есть. Поэтому я и сделал. Кто там, там скелет сидит какой-то протухший. Так, первое место. Ох. Не часто такие сундучки дают, ребят. Не часто. Ничего себе. 60 тысяч плюс водитель. Фуражка водителя какого-то. Слушай, а возможно мы сегодня прокачаем полностью нашу ролейку. Есть такой шанс, я тебе скажу. Опять? Ветер этот. Я сейчас не удивлюсь, если он опять ничего не заподлит. Ну ты посмотри, а. А если бы я уже был бы там, ну, в этой, как сказать, в горе, блин, ну ты понял, да? У нас, ребят, с горючим проблемы. И я не взял. Ну, слава богу, доехали. Фьюх. Это только первая гонка, еще две. Точнее, еще одна. Да, ветерок, конечно, ты тут пакости-то делаешь, будь здоров. Так, а здесь у нас... О-о-о! Все, я понял. И... Тут без комментариев, друзья. Так, это что мне тут выпало? Это же... Это на заднем колесе. Да, насколько я помню. Да, это на заднем колесе форсить, но... Я ее убрал. Танк, опять танк, ребята, здесь. Ну-ка. Если трасса здесь будет более-менее ровная, то это трасса для меня, ребят. Ну как сказать, ровная для меня. Ну почти для меня. Почти. Первое место взяли. А что вы сказали, чтобы мне взять скин для автобуса, для чего-то там мне нужно 50 тысяч кубков взять? Это что, это сезон так обязательный, да? 50 тысяч кубков. Ну, отлично. Слушай, а танк-то там не угомонится никак. Он едет почти по пятам. Фига он там. Откуда у него такая скорость у танка? Скажите мне на милость. Танк по приори не может ехать наравне с раллийным авто. Но будем честны. Так, ты что, у нас там супердизель, что ли, шпарит? Или что, или мне кажется? Ничего мне не кажется. Эй! Да что происходит с машиной-то? Трындец, какого-то хлама нахапал, блин. Еду на нем, блин.
Первое место, 8 очков. Так, задание какое-то даже завершил, прикинь. Какое? Так, 3000 монет. Сделай 5 поворотов на супердизеле. Сделай 5 поворотов на раллийном авто. Ну, на раллийном авто. Повороты у меня будут только в том случае, если я буду переворачиваться, ребята. Тогда да, у меня будет и переворот, и все. Погнали. Спортивное авто, ребят. Нет. Ну. А что случилось? Как я не могу? Мне прям бесит, ребят, вот эта вот черепушка, которая вылазит из-под воды. Костлявая. Из-за нее ведь все беды. Спортивное авто, ты достала уже там? Давай еще ветерок сейчас дунь. Как ты это любишь делать, блин. Первое место, отлично. Фух. Ну что, последняя гонка. Пока, ребят, я еду вторым. Ну, по очкам я имею в виду, если брать. Я думал, там будет спуск. Спуск, ага. Просто впендрючился, и все, ребята. Короче, понятно, последний. Судя по всему. Последний, да. И по итогу какой? Вообще четвертый. Назад. Ну не клеится сегодня игра, блин, ну не клеится и все. Просто не клеится. Виктори, да фиг мне твой Виктори, блин. Если игра не клеится, то стартанешь неправильно, то еще что-нибудь, то врежешься в какую-нибудь ерундовину. Да-да-да-да-да, ККМочка, иди-ка ты погуляй. Оп. Нормально. Так, ну давай последнюю гонку. Не обделайся только, а? Я говорю, блин, не обделайся. Да что с тобой не так-то, ё-моё, блин. Первый, все равно первый. Что с машиной не так? Что колбасит, блин? Накаркал кто-то там. Что, говорю, твою машину колбасит. Действительно, сейчас начал колбасить, блин. Все, 160 тысяч, ребят. Новое достижение. Тотально прокачано. Новый вид шляпа ралли. Шляпу ралли получил. Фига там. Мотоцикл-то. Ать. Фу ты. Ребят, ну это. Это все, это уже. Спать надо ночью, а не дрынкать, блин. Я так понял, там на форсаже, да, этот мотоциклист наяривает.
Блин, ты понял, да? Напряженка какая была. С роликой там. Он не вытянул крокодилов. Он просто не вытянул. Я понял, он что, с магнитом и этим бьет? Он, по-моему, с магнитом ускорителем, ребята. Он когда монеты берет, он ускоряется. Это читер. Что могу сказать еще? Это читер. Чистой воды. Далеко ему до меня. Хотя я и не читер. Я честный игрок. Поехали. Ну что, ролика прокачана. Теперь будем что-то, ребят, я не знаю. Во-первых, я докачаю дизель, чтобы получить шляпу. Этого. Шляпу супердизеля, блин. Тихо ты! Трындец я. Вот это тебя колбасит. Что с машиной? Что не так с ней? Она как будто просто зверь обезумела. Твою ж налево. Может быть, это из-за того, что физиономия у этого водилы? Может быть, он на меня обиделся? И вытворяет такие вот фокусы? Ну, он там байкер-викинг же есть, ничего. Может, он его хорошо подкармливает? Да ну! Врешь, гаденыш, не возьмешь. Нормально. Для меня вот это прямо, когда я вижу ролику, это прямо, знаешь, как этот, как действительно, как будто ты на трассе едешь. И у вас вот. Так, нас там кто-то сделал. Мотоциклист. На своем супербайке. Снеси крышу. Мне надо, чтобы крышу снесло мне. Первый? Да. Тот хотел там попасть. Думал, сейчас возьмет мне с вертушки сверху. Ну, видишь. Нифигашечки у него не получилось. А, мы уже детали взяли. Я думаю, что такое. Открываем. Хорошо. Блин, я не знаю, сможем ли мы сегодня дотянуть до 36 тысяч кубков. Просто не знаю. Мы бы уже бы с тобой, если бы не вот эти вот косяки, которые были, уже все бы давно у нас было бы. Тихо ты. О, ну тут нормально. Тут коротенькая трасса, и очень быстро мы ее проехали. Но это редко появляется, когда вот такая вот милая маленькая трасса. Обычно, как всегда, с пакостями. Фиг, если ты забрался уже, давай. Да куда ты опять-то? Он еще пока приземлится. Ну, правильно. Да. Это был трэш просто. Я думал, наверх надо, там внизу, оказывается, был просто как затемненное место. В общем, ты все сам прекрасно видел. Кто там едет-то со мной, не могу понять, на перегонки? Ролейка, что ли? Тоже ролейка, да? Да. Только благодаря тому, что он наклонился, а я вперед вырвался. Фух. Да, ништяк, ребят, ништяк. Поехали, лесной кубок. Блин, иногда такие приколюхи тут в этой игре бывают. Но больше почему-то нервов. Это что там за тачка-то? Ты где такую тачку взял, парень? Древесину. Ну она, смотри-ка, шпарит как. Опять этот бил. Блин. Давай, 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 давай. Есть. Есть контактиш. Да-да. Это, наверное, и есть скины на тачку, ребят. Да, вот эти вот прикольные.
Упс. По-моему, я вне конкуренции уже. Я там всех общеголял. И вот он, финиш. Фух. Ож, грудак свело от переживания, от замирания дыхания. Не надо. Не хочу там поверху. Хотя кто-то, видишь, плевать хотел, идет поверху, и нормально у него все получается. Опять что ли я его сделал? Я опять его обогнал. Что-то он там пыхтел, пердел, но мы его обогнали. Ну что, поехали дальше. Может вообще шапку этого надеть? Ралли и все. Дома. Да тихо ты. Ух. Знаю я это, раньше врезался очень часто я в косяки в эти. Но тут, слава богу, нормально. Там ролейка, баги и тягач. Нет, это не тягач, это супердизель. Какой-то тягач. Оу. Я понял. Этот парень взял попрыгульки себе. Этот парень взял попрыгульки и крылья. Вот оно что. Паршивый был старт. Опа, разбился чувачок. Да выеживался на своих попрыгульках. Вот у меня конкурент. Е! Эти два выбили. И попрыгулькин тут тоже сдулся. Вот так вот. Будет знать, как прыгать на своих вшивых рессорах. Ну что, а мы едем далее. Горный кубок. Пять, как всегда, вот это с этим стартом, блин. Так, дай-ка, наверное, вот так вот все-таки. А тут, значит, тоже, значит, имеет это, да? Окей. А у него тоже, ребята, при приземлении ускорение идет. Я видел. Опять вшивый старт. Как же терпеть не могу, а? Давай, давай, давай. Ну что это, твою налево? Давай, давай, подгазовывай, подгазовывай. Е. Yeah. Так, мы с ним на равных. Решится все здесь. Кто же все-таки будет первым? Я или он? Блин. Подпортил. Но все равно я первый, потому что этот всегда занимал последние места. Фух. Так, задание завершено. Опа. Надо же, за одну серию два задания. Вот это круто. Угу. Поехали. Тут совсем немножко осталось. 10 гонок и все, ребят. Давно-давно я не видел вертушечки. И вот она появилась. Разродилась вертушечка. Давай, рычек, не подкачай папочку. Оп. Тут еще вот надо научиться, ребята, приземляться вот правильно. Не чтобы не на переднее колесо и не на заднее, а именно всеми обоими колесами.
Только при этом у тебя будет буст сохраняться. Вот типа такого, видел? Вообще отлично, да? На бусте вообще шикарно. Так, первое место. Отлично. Двигаемся дальше. Трасса Била. О, давненько я не катался в городе. Давненько, друзья. Это нам повезло. Ну, все равно повезло. Что, на попрыгушке, что ли, опять? Ну да, ребята, вон у него рессоры. Ну, доиграется, чепушило сейчас. Сейчас посмотрим. Да куда ж ты так ускоряешь-то? Это пускай там в небеса летит. Е! Ну вот. Папа может. Когда хочет. 3, 2, 1. Погнали. Опять это со своими попрыгульками. Пьер, ты достал, а? Уйди с дороги, щегол. Вот так вот. Папа за рулем, ё-моё, это там на последний месяц своими попрыгульками. Фух. Так, шикарно. Ну что, ребята, еще чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть. И 36 тысяч кубков. Я не знаю, есть ли смысл вообще какой-то 36 тысяч кубков этих. У нас что, потом обновляется это все? Обнуляется или что? Сезон, когда обновляется все, ребят, там потом заново придется кубки эти зарабатывать, да? Напишите в комментах. Тут вообще просто шикарно проехал. Просто шикарно. Кто у нас тут? Я смотрю, Бразилия, кто-то там еще. Бразилия, Украина, что ли, или нет? Вот это вот помогает. Очень помогает, когда ты приземляешься на оба колеса. Там спорткар какой-то сзади едет. Ага. Иди ты! Блин, ты прикинь? Обогнал меня прям вот... На финише прям сделал, а? Вот зомби этот. Лесной зомби. Первое место мое. Первое место за мое. Так, ну что, поехали далее. Че он тут? Стою, смотрю. Любуюсь. Опять спорткар нас сделал, да? Я сделаю вот так вот. Эй! Чепушило несчастный. Ехал бы там наверх-то, что ты там? Эй. Так, здесь лучше не газовать так сильно. Вот почему вот здесь вот не срабатывает вот наш вот форсажик, именно когда нужен. О!
паренек доигрался. Перевернулся, а так ему и надо. Будет знать, как с папочкой соревноваться. Вот и все. Отлично. Так, последняя гонка. Пока я вне конкуренции, ребят. Но опять же, проиграть можно в любую секунду. Особенно, когда вот такие вот пещеры. Бумс. Давай, родная моя. Ух, вот тебе и Виктория обезьяна, ты несчастная. Угу. Ну что, тут, я так понимаю, еще, наверное, гонки две, ребят. Но это максимум. Максимум две гонки. Так, тихо. Ух, сейчас. Твою. Ну, Там чувак с саблей бежит, понимаешь? Хотел меня на саблю. Ну, я, видишь, по газам дал и не догнал он меня. Ребята, я хотел, блин, по низу поехать. Блин, там наверху валунье, камни, я бы там не смогу проехать. Ну и видишь, к чему все это привело. Нет, так же не вздумай. Да давай ты по низу-то едь. Чух. Дурацкая трасса была. Вот сейчас дурацкая трасса была, если честно. Первое место, ребят. Не упал в грязь лицом все-таки, да? Ну что, я думаю, что последний заезд у нас на сегодня. Я надеюсь, вы не устаете от моих гонок. Это, ребята, гонки на кубок. Хочу стать супер кубком. Супер чемпионом. И события-то практически не играют, только на кубках сейчас зависаю. Тачки нужно прокачать. Есть. Фух. Так, ну что, это была первая только гоночка. Еще две впереди. Давай. Речка, не подведи. Хороший такой старт. Вот на колеса вот никогда не приземлимся ровно. Во! Вот. Отлично. Можешь же, когда хочешь, Рэй. Ну что ты, ё-моё. Это, знаешь, когда уже адреналин, когда уже чувствуешь, что ты проигрываешь, у тебя начинает все срабатывать идеально просто. И ты начинаешь лучше соображать. Ролейка, ты посмотри. Ну, ребята, моя машина не справилась, к сожалению, здесь. Че я вообще стал делать тут? Все равно я первый. Тут меня никто не обогнал. Шансов ни у кого не было. Несмотря на то, что я там заелозил, как не знаю кто. Ну, ты серьезно? Ты серьезно? Мы не дотянули чуть-чуть? Болотистый кубок. Поехали. О, начало какое, а? У нас на болотистом кубке прям. У меня нет слов. Опа, один байк сдулся. В принципе, второй сдувается. И первое место наше. Круто. Хотя трасса была, честно скажу, вообще какая-то. И старт. Почему у меня такой старт-то хуже всех, блин? Когда это твою налево, блин? Разбейся нафиг.
Не я имею в виду, а враг наш. Конкурент. Вот, видишь. Вот так вот первое место мы с тобой и забрали. Последняя гонка. Мне кажется, я вне конкуренции здесь. Как я только это говорю, сразу фейлимся. Будьте сейчас вне конкуренции. Ой. Ну ладно, фиг с ним. Опа. Досочка нам это не нужна, да? Естественно. И финишная прямая. Ну что, друзья мои, отлично сегодня поиграл. От души, так сказать. Что нам тут выпадает? Ты серьезно? Ребята, это офигенная штука или нет? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Что ты вообще получил? Так, я тут открывать не буду за кристаллы. Ну-ка, где моя машина? А ведь я еще не открыл же ее, да? Их нужно... А, нет, есть, вот она. Летайте по воздуху или в космосе. Примечание активируется нажатием... А, ну это не то, ребят. Это полет несчастный. Я думал, это что-то посерьезнее. Ладно. Ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!